Именно крещение – один из самых старинных христианских праздников. В основе – евангельское событие, как 30-летний Иисус крестился в водах реки Иордан. Современные ивановцы окунаются в Талку. Главная купальня областного центра традиционно располагается в парке 905 года. В ночь на пятницу десятки верующих пришли сюда, чтобы искупаться. Мэр Владимир Шарыпов зашел в Иордань одним из первых. Вода теплая, все прекрасно, настроение у всех хорошее. Тут, когда вот молебен шел, шел такой красивый снег, и поэтому я думаю, что у всех настроение праздничное. Организован чай, соответственно, теплые палатки. Температура воды около 4 градусов Цельсия. У проруби дежурят спасатели, чтобы в случае чего оказать экстренную помощь. Тех, кто решил подогреться изнутри, еще на подходе к купели разворачивает полиция. Людям в нетрезвом состоянии мы не позволяем входить в воду, поскольку перепады температур, воздействие может быть на сердце, люди могут просто не выдержать. Рома пришел искупаться вместе с папой. Мальчик, несмотря на свой юный возраст, ныряет в прорубь уже второй раз. В прошлый раз свалился, на ступеньках лед был. Ну, холодно, конечно. Хочется скорее вылезти. Одни приходят к проруби из религиозных убеждений. Очиститься и, возможно, даже начать жизнь с белого листа. Другие просто испытать себя. Зимний экстрим. И такое бывает. Комфортно, не холодно. Очень. Тем более, когда выходишь из воды, оно становится очень жарко. То есть капельки нагреваются, я так поняла, от тела, и уже становится тепло. Отлично. Как ощущения? Ой, вообще хорошо, хорошо. Ощущения хорошие. Ну, просто себя проверить. Ну, я раньше тоже купался. Вообще отлично, хорошо. Мне очень понравилось. У тех, кто не успел искупаться в крещенскую ночь, в запасе еще целая пятница, вплоть до глубокого вечера. У купели будут дежурить спасатели, а вода не утратит своих целебных свойств. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.